В среду в зале городского управления прошло рабочее совещание, в котором приняли участие представители городского управления Силамэ и фирмы, которая осуществляет строительство сборной дороги. У горожан в ходе строительства возникает большое количество вопросов, в частности, что будет с удаленными в ходе строительства деревьями. Ну, продолжаются работы по строительству сборной дороги и пешеходной велосипедной дорожки в части микрорайона города Силамэ. Ну, напомню, что работы по заказу шоссейного департамента ведет фирма «Демикянин», финансированы за счет европейских средств. Работы планируется в полном объеме закончить где-то к весне следующего года. Как сборная дорога, так и пешеходно-велосипедная дорожка будут обеспечены новым освещением. В перспективе при реконструкции непосредственно Таллинского шоссе освещение будет организовано и на нем. Относительно ликвидации зеленых насаждений, ну, во-первых, тот орешник около дома по Виру 17А, скажем, претерпел минимальную вырубку, потому что это только пешеходно-велосипедная дорожка потребовала там незначительного сруба этого орешника. Сборная дорога, она прошла мимо орешника. В ближайшие годы, то есть 18-19, после окончания всех строительных работ в этом районе, планируется восстановительное озеленение осуществлять, город будет заказывать соответствующие ландшафтные проекты и поэтапно новое озеленение там высаживать. Естественно, это потребует, во-первых, довольно серьезных изыскательских работ, потому что там у нас плита и плодородный слой весьма незначительный. Ну и так как это будет в трассе отчуждения международного шоссе, надо будет это все согласовывать с дорожным департаментом, так что работы продолжаются, и я считаю, в конечном итоге, когда все будет выполнено, удобство горожанам будет значительно больше и в части движения внутри микрорайона, движения, имею в виду, транспорта, и в части движения пешеходов и велосипедистов. Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. Ну а если мы будем питаться вкусной, красиво поданной едой, жить станет веселее. Силамэйском отделении Идавирусского профцентра, отделением поваров, ежегодно выпускаются дипломированные с хорошей практикой повара, которые в процессе обучения участвуют в различных профессиональных конкурсах. Эта неделя для всех поваров в Эстонии особенная, потому что сейчас в Таллине проходит выставка продуктов питания Food Fest. И в рамках этой выставки, первый день выставки, проходит конкурс поваров, молодых поваров Norcook. И наша команда тоже принимает участие в этом конкурсе. От нашего училища едут на этот конкурс учащиеся 4 курса Роман Меликов, и ему ассистирует, помогает учащиеся 3 курса Виктория Дроник. А по каким критериям вы выбираете ребят? Конечно, лучших. Да, мы надеемся, что они очень хорошо выступят, покажут свой профессионализм, ну и покажут достойные умения. Роман, что же ты сейчас будешь делать? Сейчас я буду оформлять блюда. Оформлять чем? Оформлять и декорировать разными ягодами, фруктами. Как называется это блюдо, Роман? Ну, запеканка, десерт какой-то. Это творожное пирожное. Пирожное, так. И с различными дополнениями. С карамельным хлебом,
с карамельной облепихой и творожным рафаэлло. Основным компонентом блюда является утка. На гарнир идет пастернаковое пюре и паштет, запеченный в тесте. Здесь клюквенный соус на вине, и подстилкой является сельдереевый, это измельченный сельдерей. Послушайте, я вот не могу понять, это кухня какого народа? Французская, эстонская, латышская, литовская, русская, татарская? Эстонский модерн. Эстонский модерн. Слушайте, вы сами-то пробовали это? Да, пробовала. Ну и как? Вкусно. Я желаю тебе, Вика, и Роме достойно выступить на этом конкурсе. Спасибо. Наталья, поварское отделение всегда пользуется спросом у ребят, выпускников школы, гимназии. Это так? Да, конечно. Ну, во-первых, все в жизни меняется, а кушать хочется всегда. Поэтому наша профессия востребована. Сейчас она на подъеме. Вот как раз на выставке, которая в Таллине проходит, будут показаны новые технологии, новые тенденции в мире кулинарной моды, даже молекулярная кулинария. Давайте-ка мы встретимся после этого конкурса с ребятами и с вами, естественно, как с педагогом, и поговорим. Как они выступили? Надеюсь, будет о чем поговорить, мы будем за них кулачки держать. И я тоже. Samsung DigiPass – это программа для молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, которая направлена на развитие их знаний и умений использования дигитальных устройств. Программа помогает приобрести знания, которые помогут при планировании карьеры. В проекте приняло участие трое ребят Силамяйского училища. Это ученики первого курса специальности, младший разработчик программного обеспечения Герман Копаев, Егор Гудков и Михаил Муравьев. Каждой команде придавался специалист, которого называли ментор. Он сопровождал команду, помогал ей советами. Герман, какова задача ваша была вот в этом проекте? Наша задача была познакомиться со всеми, кто там был, и показать всем, на что способна наша программа и в чем смысл ее. А также сделать прототип данного приложения. Ага. Михаил? В целом опыт получился довольно-таки интересный, и мы узнали много нового. Ну, вы, вероятнее всего, еще будете участвовать в проекте до конца его, да, Герман? Конечно, до конца. Ну, я желаю вам удачи, вам и вашему педагогу Андрею Гончарову. После окончания проекта все закончившие проект команды получают сертификат Samsung DigiPass. Это документ, который подтверждает получение знаний, компьютерных и навыков для будущего работодателя. 19 команд выдвигали свои идеи, и жюри отобрало 10 самых лучших, в том числе команду Силамяйского филиала и Давирмусского профессионального центра. Андрей, ну, сертификаты сертификатами, они, конечно, тоже дорогого стоят. Ну, а призы, может быть, компьютеру лучшему программисту? Дело в том, что конкурс еще не закончен, Проект только в самом разгаре. Проект закончится в январе следующего года. Вот тогда поговорим мы о призах. В октябре наше училище участвовало в так называемой неделе программирования «Коды ВИК». Это ежегодное мероприятие, которое проводится во всех странах Европы. И мы проводили в рамках этого мероприятия 5 мастер-классов, 4 из которых были посвящены, собственно, программированию, а 5-е – управлению вот этим квадрокоптером, дроном, как их еще называют, под названием «Phantom 3 Professional». Я участвовал в 2 таких мастер-классах. На первом мы с ребятами программировали на Visual Basic небольшую игровую программу под названием TIR. А на другом мы учились управлять вот этим дроном и снимать видео, и фотографировать. И все ребята были очень довольны этим мероприятием. Я надеюсь, что проведенные нами мастер-классы понравились ребятам, и многие из них, возможно, выберут себе в будущем профессию инфотехнолога и придут к нам обучаться на этой профессии в наш Идавирмусский профессиональный центр. Ну и, как говорится, как сказано, так и сбудется. Спасибо. В минувший вторник Силамяйское отделение Идавирмусского профцентра посетила делегация нарвских участниц Дома детского творчества. Идавирмусский профессиональный центр участвует активно в проектной деятельности, а конкретно это Европейский социальный фонд, который выделяет деньги на развитие сотрудничества между различными учреждениями. И в рамках этого проекта мы решили наладить сотрудничество с Нарвским домом творчества.
Запланировано порядка 10 разных действий, которые будут в течение 2 лет. И мы обмениваемся опытом, мы показываем, какие у нас есть специальности, какие есть возможности в 3 училищах Айдар-Юмского профессионального центра обучения. Это Силамя и Хвинарова. И в рамках этого дети кружков приезжают к нам, знакомятся со специальностями. Я представляю Нарский дом детского творчества, студию имиджа и стиля. Мы с удовольствием приняли участие в проекте. И наша задача создать эскизы одежды, униформы для учащихся. Ну, я желаю, чтобы ваши эскизы воплотились в материал и по вашим эскизам. Ребятки бы одевались. Спасибо. Девушки, несмотря на то, что вы только-только-только-только недавно пришли в студию, вас уже пригласили посетить Силамяйское отделение Айдар-Юмского профцентра. Ну, моделирование одежды – это сложное дело. Марианна? Да, это действительно сложно достаточно. Надо знать то, какие есть вообще виды одежды, какие стили. И исходя из этого опираться на то, что вообще можно сделать, какой вид одежды можно представить. И прочее. Мне очень интересно имидж. Я хочу знать много разных стилей, то, как люди могут одеваться, разные цветотипы и просто множество оттенков. Маргарита? Мне очень нравится история стиля, и мне очень интересно знать свой цветотип и как подбирать одежду. Но это очень ответственно. Создать эскиз для униформы наших силамяйских студентов. Желаю вам удачи. Спасибо. Уважаемые горожане, в связи со строительством объездной дороги, домик отходов теперь находится на улице Сытке, близ бывшей заводской автобазы. Здесь, как и на старом месте, находятся контейнеры для строительного мусора, а также контейнеры для сбора стеклотары, тетраупаковки, бумаги и картона и для бытового мусора. Уважаемые горожане, в городе действует уникальная система сбора бытовых отходов. В дополнение, в разных частях Силамая установлены контейнеры. Соблюдайте чистоту. Чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят. Интересной, насыщенной жизнью живут участницы клуба «Феникс». Какие только мероприятия не проходят не только в стенах клуба, но и за его пределами. Экскурсии, походы, посещение различных городских учреждений. Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути. Тереза Михайловна, вы в библиотеке, что же вы здесь делаете? Ну, у нас было по плану, поскольку открылась библиотека, нам хотелось посмотреть, как живет библиотека, какие фонды, и мы сподвиглись, что мы будем сюда очень скоро ходить. Тереза Михайловна, октябрь подходит к концу, впереди ноябрь, у вас огромное количество мероприятий. Познакомьте людей, пригласите в ваш клуб, клуб «Феникс». Я всегда всех приглашаю, никому двери не закрыты, пожалуйста, приходите в любое время, с 11 до 16, 4 дня в неделю. Ну и какие же мероприятия в ноябре? В ноябре, значит, у нас каждую неделю у нас есть какая-то тема. Значит, у нас будет тема первая – это «Друзья Пушкина». Потом у нас история российского государства, Древней Руси, вернее, Древней Руси тема. Потом мы едем в термы оздоровительные. Остальное время свободное мы проводим. Нам нужно готовить сувениры к Новому году, рукоделие. Променады, мы ходим еще на прогулки, так что все. Тереза Михайловна, вы приобрели новое помещение. Скажите, в каком, так сказать, корпусе этот ваш? Он все в том же доме, только у нас западная часть. Когда спускаешься от 39-го дома, первый поворот, и написано «Феникс», первое крыло, «Феникс». Первый, второй этаж? Нет, первый этаж. И работаете в какие часы? С 11 до 16, 4 дня в неделю, кроме пятницы. И так. Пусть те, которые говорят, что скучно в Силамяе, они заблуждаются. Абсолютно, нам некогда скучать, мы любим все друг друга, у нас день рождения, будем скоро праздновать опять день рождения у Гончарова. Мы всех поздравляем и с юбилеями, и с днями рождения, чаепитие всегда. Так что скучать некогда, газеты, журналы, общение, давление, вес, все можно сделать. С
100 колокольчиков к столетию Эстонской Республики. Так называется проект, который начал свою работу в отделении изобразительного искусства Силамяевского молодежного центра «Улей». Сегодня в классах искусства молодежного центра «Улей» очень оживленно, потому что начались мастер-классы по проекту «100 колокольчиков для Эстонии». И в ходе этого проекта все детские сады будут участниками, ребята будут проходить мастер-классы, раскрашивать оригинальные колокольчики, которые потом будут подарком на наших новогодних елках во время праздничных представлений для ребят. А позже их можно будет посмотреть на выставке в Улье. Ну и, конечно, обратно ребята их заберут себе на память после всех выставочных дней. Ирина, ну это, так скажем, энергозатратный проект. Здесь нужны средства для того, чтобы изготовить эти колокольчики из глины. Мало того, эта глина разноцветная. Конечно, подготовкой всех материалов занимаются преподаватели нашего отделения искусства, а проект поддерживает КЮСК и организационный комитет к столетию Эстонии. Давайте рукава. Знаете, как говорят, работать... засучив рукава, да, это мы будем стараться, и заодно стараться не испачкать наши красивые кофточки. Красочку вот сюда в стороночку. Колокольчик должен быть перед вами. Молодец. Елизавета, в проекте участвуют только дети детских садов. Сложно с ними работать? Я бы не сказала, что сложно работать с детьми, потому что они очень отзывчивые, творческие личности, ничего не подпорчены, и очень такая светлая энергия у них идет, и им это очень интересно. Короче, податливые, как глина, из чего изготовлены колокольчики, да? Да, да. Стоит только научить. И направить, все правильно, да. Ну давай, ты теперь дополняй. Но они... самостоятельные. Они могут сами себе сделать то, что им надо, и только помогать мне надо немного. Празднование столетия Эстонской Республики будет продолжаться в течение всего следующего года. И этому будет посвящено огромное количество всевозможных проектов. Принимайте все активное участие, и будем вместе учиться и праздновать.